Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на нас. Да, Я знаю, что вам пришлось проснуться, да, из-за нас сегодня пораньше. Да, пораньше, в 10:30. Ну, сейчас все, мне кажется, поздно встают. Ну да. Дорогие зрители, вы можете загадывать желания. С вами сегодня две Юли. Поэтому удачный такой эфир вышел. Юль, знаете, сегодня в Казахстане праздник, День защитников Отечества казахстанский. Да, да. Поэтому я думаю, что у вас ну, такая уникальная, да, возможность. И у меня очень много знакомых, которые были бы очень рады услышать от вас поздравления, потому что поклонников у вас, правда, очень много. Спасибо. Всех, всех поздравляю с этим очень значимым праздником, Днем защитника Отечества. И сейчас всем желаю оставаться дома, или если уже сняли какие-то ограничения, то оставаться здоровыми вам и вашим семьям и всем. Юль, если позволите, я бы вот тему мужчин продолжила немножко. Да. Такая она достаточно, может быть, для вас острая. Я не знаю, насколько вы отвечаете на вопросы относительно мужчин. Но хотя бы было бы интересно, какие качества вы цените, потому что не могу про это не спросить. Мне просто не простят, друзья мои. Ну, доброту, честность и... ну, чтобы был, конечно, не скучный. Любите с чувством юмора, парни. Да. Обязательно. Юль, можете назвать каких-то мужчин, которые какую-то важную роль в вашей жизни сыграли? Не знаю, может быть, тренер, может быть, там... Ну, папа, в первую очередь. Папа да. Меня всю жизнь, ну, тренировал с детства. Он мне уделял очень много времени. Мы с ним вместе все время ездили, путешествовали до 19 лет. Вот, поэтому я могу сказать, что он сыграл очень огромную роль в моей карьере и в моей жизни, и вообще во всем, что происходит у меня даже сейчас. Вот. Также у меня есть брат, младший брат, который раньше занимался хоккеем, который тоже меня всю жизнь поддерживает. Вот. У нас с ним очень хорошие отношения, и мне очень повезло, что у меня есть ну, такие родители, брат, и мне в этом плане очень повезло. А вот профессиональный спорт, он не заставляет, ну, воспитывать в себе какие-то мужские качества, вот, да, в девушке? Все-таки, наверное, безусловно, хрупко да. И сложно быть там. Да, безусловно, на самом деле. Приходится иногда проявлять жесткость и где-то самой ездить, где-то самой за собой сумки таскать большие. То есть и в этом плане, да, есть. То, что воспитывает какие-то, ну, мужские качества, и что, в общем-то, и хорошо в какой-то степени. Вот тут вот стало плохо без папы, вероятно. Да, да. Ну, как бы свои плюсы, свои минусы. А вот если характер, если о характере говорить? Да, характер, ну, у меня всегда он был такой, можно сказать, бойцовский. Вот, и я как бы по жизни, ну, такой боец, я не люблю ни во что проигрывать, и, ну, как бы характер у меня, он всегда был такой вот. Эмоциональный? Да. Юль, ну, про ваш характер нельзя, конечно, не говорить, потому что очень и поклонников у вас из-за этого больше, именно из-за вашей вот эмоциональности, напористости. Вот, но да. Вы при этом не всегда ведь комментарии даете, что вы с этим боретесь, а вот зачем? Ну, потому что есть свои, на самом деле, в этом минусы, когда ты входишь вот в эти вот эмоции, они начинают тебя поглощать, то результат как бы... Ты не можешь контролировать уже ни игру, ни себя, ни что вокруг, поэтому ну, я уже научилась с этим бороться и как бы контролировать ситуацию происходящую, то есть не сходить, можно сказать, с ума там до конца, чтобы не было такой точки невозврата.
Вот так вот скажем. А, точка невозврата, это что, это сломать ракетку или... Нет, или сломать ракетку, это, в принципе, выплеск эмоций, иногда это даже помогает, потому что ходишь вялый, там, усталый, иногда ты просто ломаешь ракетку, и ты, наоборот, как-то просыпаешься и возвращаешься в игру. А точка невозврата — это когда ты уже, ну, обращаешь внимание на все, что вокруг, и ты думаешь, что все против тебя сегодня, и ты уже как-то борешься не только с соперником, но и с самим собой, всем, что тебя окружает вокруг. Вот, ну, это так, солнце светит. Это с опытом, да, так, наверное, все-таки? Ну да, с возрастом, когда... с опытом, со взрослением, что ли? Ну да, как-то... это начинаешь больше понимать. Юль, а мужской теннисный тур вы смотрите? Да, конечно. А за кого-то болеете, может быть? Ну, мне всегда нравился Надаль. Вот, я смотрю часто его матчи. Мне также нравится смотреть Джоковича и, как, да, и, ну, Ника Киргиза. Вот, то есть, ну, если вот они играют, я их стараюсь не пропускать. А женский тур смотрите? Вот просто если сесть и посмотреть? Ну, или вот женский... это у вас... Женский да. тур на самом деле не так часто. Я больше смотрю мужские матчи. Женский тур я смотрю только если, ну, например, у меня против кого-то матч, и мне нужно сесть там и посмотреть. Ну, если я уже свою игру выиграла, и я там вижу, что они, девочки, еще играют, то я обязательно приду, посмотрю. Либо, ну, онлайн, либо на Ютубе. Ну, в основном только соперников смотрю. Ну, это чисто женское, это чисто профессиональное. А да. вот мужской уже можно так вот для удовольствия посмотреть. Ну, кажется, да, что-то. Там не всегда, но если хороший матч, то почему бы и нет. А в женском туре вот кто-то в юности вас мотивировал? Какая-нибудь была такая теннисистка? Мне на самом деле очень нравилась Докич и Хингиз. Я их ну, часто смотрела по телевизору. На самом деле было очень много тенниса в моем детстве. У меня родители очень часто его смотрели, и я помню все вот эти старые матчи, которые игрались там, и Линдси Дэвинпорт, и, ну, все вот, которые были чемпионами того времени. Вот как раз спрашивают, с кем бы хотелось сыграть микст из топ-10? Микст из топ-10? С Надалем. Очевидный ответ, по-моему. Да. А когда Надаль к нам приезжал в Казахстан, вы никак не пытались свои графики там подстроить? Ну, у меня не получалось. У меня вот когда вот как раз Надаль приезжал, у меня уже был офсизон, и я должна уже была вот начинать там по чуть-чуть готовиться к новому сезону, поэтому у меня никак не получалось, к сожалению, приехать и посмотреть этот матч. А вот про карантин хочется, конечно же, спросить, но у вас ведь карантин такой как-то, знаете, особенно выглядит, потому что вот достаточно к вам в Инстаграм зайти, и я так понимаю, что вы во Флориде, да, находитесь, там да, уже открыли да. пляжи, насколько я знаю, у вас вот такие да. огонь просто фотографий последние, как-то он у вас лучше достаточно проходит, наверное, чем у большинства. Расскажите, как часто вы там купаться ходите? На самом деле у нас не было такого, что прям нельзя выходить на улицу. У нас на улицу выходить можно, гулять можно, но нужно соблюдать дистанцию между людьми и желательно, ну, ходить в масках, особенно если ты входишь там в какие-то супермаркеты или, ну, в такие вот за продуктами, за едой там, за доставкой, то ты должен быть в масках, даже в некоторых супермаркетах в перчатках. Вот. Я была несколько часто, потому что я уже, да, ну, я тренируюсь почти каждый день, вот. Но по выходным, да, удается посетить там и пофоткаться. Ну вот так, тренировки, то есть вы уже на корте тренируетесь полноценно, получается, или как? Да, я на самом деле, когда закрыли у нас корт, у нас его закрыли буквально, по-моему, на 1.5-2 недели, я все это время делала фитнес,
Вот. И, в принципе, у меня тоже было не так много свободного времени. А сейчас я как бы полноценно, ну, почти полноценно тренируюсь. Конечно, не так, как когда я знаю, что будут турниры, там и надо поднажать, но я как бы 2 часа в день теннис и 2 часа в день фитнес я делаю. Australian Open в этом году очень хорошо выступили, вот он пишет. Спасибо. А можете назвать ваш лучший матч в карьере и самое обидное поражение? Лучший матч в карьере. Ну, так трудно сказать. На самом деле у меня было очень много таких классных матчей и классных побед на той же Возняцке на Австралии. Я считаю, это тоже был классный матч, и я там здорово проявила свой характер. Также, когда я обыграла Венус Уильямс в Чарльстоне, тоже был очень такой крутой матч. Вот. Но выделить прям один из всей моей карьеры, если честно, тяжело. Вот. И самое обидное поражение, на самом деле их тоже было много. Все матчи близкие, которые ты проигрываешь, с матчбоков, они все обидные. Вот. Но если как бы брать, исходя из результата и статуса, ну, как бы больше всего, наверное, обидно было проиграть на Ролан-Гаросе в четвертьфинале Сирени. Когда я вела сет, там и счет был 4-4. Вот это был, ну, неприятно, потому что было понимание, что можно пройти дальше, но Сирена сыграла здорово, и получилось, как получилось. А Юля, вот такое, ну не мандража, но как бы вот какие эмоции были перед матчем с Сиреной? И все-таки ведь у вас достаточно разные габариты, насколько я понимаю, с ней. И вот Да. это физическое преимущество ее, оно сказывается на самом, ну насколько, точнее, оно сказывается? Как? Потому что такая девушка достаточно миниатюрная, ну и Сирена, да. Но на самом деле мандража уже нету с ней играть, потому что я с ней играла очень много раз. Вот. И, ну, я не мандражирую на самом деле так уж перед матчами, чтобы выйти и играть не мочь. Но это может случиться там на гейм максимум 2, но потом я уже прихожу в себя и все нормально. Вот. А Сирены сложно играть, потому что, ну, во-первых, у нее подача очень-очень сильная, и ее невозможно прочесть, то есть она все время подает очень близко к линиям, и если у нее идет первая подача, очень тяжело как бы принять. Что касается игры с задней линии, я считаю, что здесь у меня есть небольшое преимущество, потому что я хорошо двигаюсь, и я могу начать как бы ее двигать и затянуть свой розыгрыш. То есть в этом плане у меня есть какое-то преимущество. То есть моя задача, когда я выхожу с ней, это, ну, затягивать ее в свой ритм, в свою игру, как бы, и навязывать, ну, вот эти вот свои розыгрыши. А вот спрашивают, кто, по вашему мнению, будет лидером женского тенниса после ухода Сирены? Это очень трудно, на самом деле, сказать, потому что женский теннис, если убрать Сирену, он очень ровный, и примерно все, как бы, играют одинаково. У кого-то просто более удачная время, и он начинает там на одном турнире играть чуть лучше, другой играет чуть хуже, но в принципе, ну, в целом сейчас почти, ну, всех вот, кто играет, я считаю, там топ-50, топ-100, есть шанс там на победу и на большом шлеме, на каждом турнире, который проводят, поэтому, ну, я считаю, что, ну, Сирена все равно, она играет больше большие шлемы и большие турниры. Поэтому на этих турнирах просто у всех девочек, я считаю, появится больше шансов. Ну и у вас в том числе. Я считаю, что да. А вы вот себе топ какой вот ставите? Какие-то есть у вас, ну не так точнее, вот на год вы себе ставите, например, войти там в топ такой-то? На самом Не деле это... глобально, а вот по как, ну шаг за шагом и так, что ли? Ну, на самом деле таких целей стараюсь не ставить, потому что это немного сбивает с того пути, что вы, ну, должны делать для того, чтобы стать лучше, потому что рейтинг — это просто цифра, которая сегодня одна, завтра другая, то есть это не зависит как бы от тебя, там, ты можешь приехать на турнир, ты будешь супер готовым, но попадешь в первом круге на Сирену, а другой, кто стоял там за тобой, попал в первом круге, там, не знаю, на кого-то, на каких-то квалифайеров там или валкардов, и он проходит, и
Но это не значит, что как бы, что ты сделал что-то не так, просто так, ну, сложились обстоятельства, и ты там можешь сыграть офигенный матч с кем-то и проиграть, а можешь, наоборот, там, выиграть. То есть рейтинг — это, ну, просто что-то, не знаю, как объяснить, но я никогда не гналась за рейтингом, я гонюсь как бы за тем, чтобы улучшить игру на тренировках, улучшить какие-то свои удары, отработать что-то новое и стремиться, ну, сделать и улучшиться, чтобы знать, что я могу выйти там против какого-то топового игрока и его обыграть. Вот. Ну и вот вопрос по теме как раз. Вам с кем удобнее, с мощными теннисистками или с более техничными? На самом деле и с теми мне уже я могу играть. Вот. И на каждого есть своя тактика. То есть это уже не имеет такой особой проблемы, как, допустим, там, я не знаю, лет 5 назад. Уже всех, в принципе, изучили, да, можно сказать? Ну да, как бы все играют тут каждую неделю со всеми, все тренируются, и все друг друга знают, поэтому ни у кого никаких секретов нету. Юль, ну это женский коллектив, так или иначе, близко общаетесь или не близко? И в женском коллективе ведь на самом деле непросто, потому что это все время какая-то конкуренция. Это вот, ну вот, да. Реально, женский спорт, может быть, это что-то похожее шоу-бизнеса, может быть, так сказать. Есть какие-то такие вот свои подводные течения, скажем так, среди девочек? Ну, то есть это не значит, что вы в них обязательно участвуете, но тем не менее что-то же. Ну да, да. Там. Но есть на самом деле, ну, кто-то там поражение воспринимает очень близко к сердцу, перестает там здороваться, кто-то наоборот к этому относится спокойно, вот, и... Ну, ничего не происходит, все как было, так и осталось. А, вот. Ну, есть там какие-то люди, которые, с которыми ты там не общаешься, не здороваешься, а есть, ну, люди, с которыми, наоборот, там можешь остановиться и в раздевалке поговорить, там, и в кафе сесть вместе, там, и пойти куда-то вместе тоже пообщаться. То есть, ну, все как у обычных людей. Вот у меня один знакомый тренер, когда приходил, он ушел из женского спорта в мужской, и говорит, все-таки с мальчиками проще, потому что у девочек то настроение не то, то вот что-то не понравилось, то и внимание меньше уделили. Вот такое, ну, вот возможно, присутствие такое все-таки. Есть. Ну, возможно, такое есть, но в каком смысле проще? То есть я думаю, на высоком уровне, в принципе, это все, ну, одинаково, ну, и потому что у каждого уже личный тренер. А если это группа, возможно, да, у девочек больше такое, что на него там или нее больше внимания уделяют, мне там меньше. Возможно, да, такое присутствует. А в сборной бывает такое вот среди девочек у вас? Нет, может, на самом деле сейчас, ну, сейчас мы уже в таком возрасте, что даже каждый знает, что для него важно, что для него нужно. Вот, поэтому, ну, такой ситуации не возникает, по крайней мере, мне так кажется. А вот у вас есть свои какие-то предматчевые такие фишки, не знаю, поспать подольше, не разговаривать ни с кем там, не звоните мне сегодня. Есть, я на самом деле там, ну, стараюсь в течение турнира почти никому не отвечать на телефоне, но только родителям, и я на протяжении всего турнира могу там, ну, в день матча я могу завтракать одинаково. Вот, то есть если я начала турнир с того, что я ем там хлопья, я буду есть хлопья, пока я не проиграю. Вот, ну, на самом деле, таких как бы вещей очень много, и на них, я думаю, ну, как-то не стоит заморачиваться, но в то же время это как-то держит тебя, ну, в каком-то ритме и вот держит концентрацию, например, что ты делаешь вот так вот, и... Ну, как ты держишь себя в рамках, что ли, вот так можно сказать. Вот мне кажется, вы сейчас первый вообще спортсмен в моей карьере, кто признался все-таки в этом, потому что все говорят, нет, нету никаких примет у меня, а сами все-таки там шнуруют с левой ноги. Да нет, у всех это абсолютно есть, на самом деле. Я просто, ну, я разговариваю насчет этого со своими там друзьями, у всех это абсолютно присутствует, у каждого это... Ну, что-то свое там, и на корте это есть, и вне корта. То есть, ну, это как-то рутина, которая держит тебя вот в фокусе вот в этом, что ты вот находишься вот в этой среде, что ты не отвлекаешься. То есть это
ну, на самом деле помогает, по крайней мере, ну, вот, на сфокусироваться, вот что скажем. А есть у вас принципиальная соперница какая-нибудь? Как понять принципиально, с которой мне нравится играть или... С которой вам принципиально обыгрывать? Ну, на самом деле обыгрывать хочется всех. То есть такого прям принципиального, ну, тяжело на самом деле найти. Ну, не знаю, вот хотелось бы обыграть Сирену, но не знаю, это для меня не принципиальный соперник. А неудобная есть? Неудобно есть. Мне на самом деле не нравится играть с Никулеску. То есть, ну не знаю, мне не нравится. Ну, как-то все вам не нравится. Вот выхожу на корт, и все начинает раздражать. Начинает урезанного справа. Вот, и просто. Ну, не то, что я там не могу ее обыграть. То есть, мне кажется, сейчас, вот если я сфокусируюсь, там спустя эти годы. Я на самом деле буду просто, ну, играть по-другому, но раньше, особенно там, когда мне было лет 17-18, я выходила против него, меня так это все раздражало, что я вообще не могла играть. Вот так вот. Вы, наверное, видели, что на нее выходите и уже сразу без настроения. Ну, начинала готовиться заранее, но, наверное, потому что у нее еще стиль игры как бы не похож на остальные, и поэтому мне как бы было немного, ну, неудобно. Но раньше мне тоже там было неудобно играть со Стрыковой, сейчас мне как бы, ну, вообще нормально с ней играть. То есть это меняется тоже с годами. А любимый удар у вас есть? Нет, на самом деле, мне все мои удары нравятся. Просят назвать ваш любимый турнир. Любимый турнир. Мне очень нравится Indian Wells, с чего все закончилось или началось. Вот. И мне очень нравится Умблдон. Ну, как-то там необычные такие места, на самом деле. В Indian Wells ты приезжаешь, там такие города, там так красиво. Пальмы, очень необычное место, и на Умблдоне тоже так, ну, как-то идешь, все зеленое, то есть нету там асфальта, как на харде, то есть как бы, ну, не знаю, как-то ближе к природе, что ли, вот, очень нравятся эти, да, турниры, но также мне нравится очень в Австралии тоже какие-то, ну, какое-то особенное ощущение, когда приезжаешь после долгой предсезонки на этот континент, где лето, где жарко, где очень много вкусной еды, то есть очень как-то тоже классно, вот. Поэтому, ну, не могу сказать, что это прям любимые турниры, но как-то вот есть что-то особенное в этих местах, вот. А хард или грунт? Грунт. Почему? Я как-то всю жизнь, ну, все детство на нем тренировалась, вот, и мне это покрытие больше подходит, потому что у меня стиль игры, что я много как бы двигаюсь, хочу разыгрывать, ну, затягивать длинные розыгрыши, и мне как бы грунт в этом плане больше нравится, что ты можешь строить больше какие-то комбинации, и, ну, как-то мыслей больше появляется, что там нельзя выиграть мяч только за счет двух ударов. Ну, как бы можно, но меньше шансов, как бы, и что здесь какие-то есть неудобные вращения, неудобный там ритм можно поменять, и это будет более ощущаться, чем на других покрытиях, поэтому я бы сказала, да, что грунт мне больше подходит. Ну, как раз про диету спрашивают, есть у вас диета какая-то особенная? Ну, или это такая особенно стандартная нет. Для спортсменов? Ну, смотря когда, если ты находишься на турнире, то да, есть там, конечно, там перед матчем съесть там макароны, курицу, и там после матча, это тоже там, смотря какой был матч, если он был очень тяжелый, то там опять там эту пасту есть там, или можно суши, ну, что-нибудь в таком ключе, а когда тренируюсь, в принципе, нет, просто слежу за весом, как бы, если ухожу за рамки, то начинаю как-то больше контролировать, если при своих, то все нормально. Юль, спрашивают, понравилось
Понравилось ли вам в паре с Зариной играть, и увидим ли мы еще вас с ней в паре? Да, мне очень нравится с ней в паре играть. Я думаю, мы нашли как-то общий язык, можно сказать, и мне очень с ней нравится играть и общаться, она очень классная. Я думаю, да, в ближайшее время, ну, как только все это закончится, и можно будет снова выйти и играть, то, думаю, обязательно мы еще вместе сыграем. А вы только с Зариной пробовали или с кем-то еще пытались как-то, ну, вот на тренировках? Все-таки удобность же, да, должна быть какая-то, чтобы вам подходили друг к другу. Да, я пробовала играть. Один раз я играла с Галей Воскобой, но это было очень давно, это когда я первый раз играла Fed Cup в Казахстане. И мне тоже с ней понравилось играть, но с Ярой я, по-моему, ни разу не играла. Нет, играла я с ней на азиатских играх, я с ней тоже играла. Вот, в принципе, мне пара нравится, но я не так много ей уделяю внимания, поэтому я считаю, что когда я играю, ну, когда с такой, как Яра Шведова или Галя Воскобоева, то есть тут немного по-другому все, потому что они более опытные в паре, они больше знают, ну, что нужно сделать, в как перехватить, в какой момент остаться. А я как бы в этом плане новичок, и я могу, ну, не понимать, что они от меня там хотят в какой-то момент, поэтому мне с ними немножко, ну, сложнее, чем с игроком, который играет всю жизнь одиночку, с которым ты встаешь и типа, ну, каждый за свою половину, давай, поехали. Удобно. Вы так делитесь, да? Ну, так просто легче, чем... какой-то, ну, игрок начинает парню тебе говорить, так, сейчас на второй мяч ты перехватываешь, мы меняемся, кидаем свечку на четвертый, потом там должна прилететь свечка, ты бьешь смэш. Ну, как бы это более сложно все для меня. В общем, у вас с Зариной свой лайфхак получается для парня. Ну, да, Зарина, там, давай, ты диагональ, я диагональ, поехали. Вот. А вот спрашивает Юля, а вот футболисты хранят свою первую футболку, хоккеисты шайбу, хранится ли у вас ракетка первая какая-то? У меня нет, у моих родителей все может быть, но у меня же нет. Ну вот как раз спрашивают, помните ли вы своего первого тренера, и вот я тоже хотела вас попросить, расскажите, как вообще теннис появился в вашей жизни? Да, первый. Ну, кто вас привел туда, и как... За сколько? Если честно, первого своего тренера я помню совсем не очень, потому что я была очень маленькая, меня привели туда, когда мне было 4 года, вот, и я вообще ничего не помню, вот. Ну, так, как бы, момент, что я там перебивала, но имя, я даже имя сейчас не помню, вот, потом я где-то лет в 6 перешла на «Спартак» в Москве, и у меня был тренер Матросов, Юрий Матросов, вот его я помню, и мы на «Спартаке» там начинали очень многие, то есть со мной на соседнем корте тренировалась Даша Гаврилова и Андрей Рублев, и как бы Ира такая Хромачева была, то есть мы как-то все начали в одно время, в одном месте, вот, что вот так вот получилось. Юль, а вот 4 года для тенниса это нормально или рано все-таки? Все-таки очень много спорят об этом. Стоит ли, может быть, кто-то говорит, что стоит в гимнастику сначала дать спортивную, потом в теннис там лет в 9. Вот вы как, ну, считаете? Не, я на самом деле не знаю. То есть вот все мои знакомые, там, с кем мы начинали, все начали примерно в одно и то же время, в 4, там, в 5 лет. Вот, но, возможно, здесь даже чем раньше, тем лучше, потому что, ну, начинаешь чувствовать мяч, там, какие-то такие координационные движения, то есть со мной папа все время занимался, там, дополнительно мы с ним ходили в парк, он меня учил, там, жонглировать мячами, там, ногами чеканить, что я только не делал, на самом деле, для этой координации. Вот, и, ну, я считаю, что, возможно, чем раньше ребенок начинает играть, тем лучше. Ну, конечно, вначале не нужно там сразу по 5 часов тенниса каждый день, там, ну, по часику, там, 3 раза в неделю, почему бы и нет, там. Мне кажется, и для ребенка это весело. А перспективы вообще, вас как быстро разглядели родители?
Ну, или вас отдали туда уже, будучи заточенными. Меня уже отдали туда с намерением, да, чтобы я стала профессионалом, и у меня всегда была такая мечта, поэтому, ну, как бы, я знала, для чего это делаю в какой-то степени. Ну, не в 4 года, но лет там с 8, с 9, я там с 7, я уже хотела стать там первой ракеткой, то есть у меня были вот эти мечты, и они остаются, то есть, ну, то есть я всегда шла к этой цели там и стремилась быть лучшей. А у родителей была какая-нибудь теннисистка любимая, наверное? Вот они смотрели и думали, вот наша Юля, вот чтобы тоже такая стала. Ну, возможно, там Мартина Хингис им очень нравилась, Анна Курникова и Динара Сафина. То есть у меня родители тоже любили очень теннис и любят там. Они смотрели очень много матчей. И Докич им, кстати, тоже нравилось. Mm-hmm. Вот. Да, у нас было такое, что родителям очень нравится теннис, и что они уже планировали меня в этот вид спорта. Как и многие, да. Любите публику или она раздражает, вот спрашивает? Люблю. Ну, понятное дело, особенно когда сыграю в Fed Cup, из-за меня болеют казахстанцы. Мне очень приятно. Вот эти болельщики наши, спасибо им огромное, что они приезжают, что они болеют, что они всегда на нашей стороне поддерживают. Это очень круто. Хотелось бы видеть их почаще, особенно на турнирах большого шлема. Юль, ну вот раз о сборной заговорили, вот ваш приход в сборную Казахстана, понятно, что это хорошая возможность в карьере там, да, сыграть, на Fed Cup и так далее, но в эмоциональном плане это была какая-то перезагрузка, что ли, или новая ступень, какой-то толчок новый, что-то такое? Да, это сыграло, ну, большую роль в моей карьере, потому что я смогла как-то больше организовать свой процесс, взять, ну, например, мне помогали там с кортами, с мячами, когда я приезжала в Астану, мне все как бы организовывали, помогали, давали тренеров, и это было очень здорово, потому что до этого у меня не было никогда такой поддержки, и это дало новый толчок в развитии, в карьере, что появилось просто больше возможностей раскрываться, играть лучше и ну, прогрессировать, в общем. Я очень благодарна Федерации тенниса Казахстана за такую поддержку, что они до сих пор мне помогают, и я стараюсь все время на фэткапах показывать свой максимум на всех турнирах, и очень жалко, что в этом году отменили Олимпиаду, потому что, ну, очень хотелось, уже готовились все поехать туда, и но на следующий год тогда. Ну, есть время поработать, наверное, над какими-то моментами еще как раз за это. Да, да, в принципе, есть и такой момент. Кто ваш любимый тренер за все время? Роман. Ну, у меня как бы много тренеров было, но как бы отец остается основным тренером, можно так сказать. А с кем-то вы дружите из сборной? Или это просто у вас такие, ну, приятельские поверхностные отношения? Ну, то, что дружим, как бы для меня это немного другое значение, но я очень хорошо общаюсь и с Зариной Диас, и с Ярой, и с Галей, как бы со всеми девочками, и с вот с Рыбакиной тоже мы стали общаться, то есть у меня, ну, как бы я общаюсь, в принципе, со всеми, у меня нет такого, что я вот там игнорю или еще что-то, как бы я очень дружелюбна, но как бы подруги для меня это немного другое, как бы это то, с кем ты там, ну, вне корта очень много времени тоже проводишь, вот, и у меня как бы, ну, такая прям подруга-подруга лучшая, это там Аня Смольна, она раньше в теннис играла, сейчас мы, ну, как бы она уже не играет, но мы очень хорошо дружим, как бы уже с детства. А есть у вас какой-то такой негласная конкуренция за звание первой ракетки? Вот если честно... У меня, если честно, вообще нет. То есть для меня как бы цель, ну, на карьеру, она немного другая, чем первая ракетка в Казахстане. Там. Ну, не, ну понятно, я... ну или про, да, вас, да, новости, конечно, пишут, но... там первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, или уже не, да, не про вообще, вас. На самом деле, ну, если честно, без разницы. То есть я к этому никак. Ну, как бы, ну, приятно там первая, но вторая там, ну, как бы, ну и ладно.
нет такого, что я прям там обиделась. Как бы дальше работаю, стараюсь как бы стать лучше. А какие задачи на ближайшее время вот себе ставите? Ну, понятно, что немного они изменятся. Пережить да, это непростое время. Да, и постараться поменьше проводить времени у холодильника. Ну, по вашим фотографиям вот не скажешь, что вы много времени у холодильника проводите. Ну, как-то да. Но я просто очень много занимаюсь, поэтому, может быть, это как бы компенсирует мой поход по ящикам и холодильникам. А в чем не можете себе отказать? Вот, ну, сладком. Вообще не могу. То есть я стараюсь, если честно, не покупать, и стараюсь вообще в супермаркет поменьше ходить, но когда я иду, я все время под конец набираю себе всякой фигни, которую потом убираю на последнюю полку, чтобы не достать, и потом и через час я уже иду за лестницей, чтобы лезть туда и доставать это все обратно. Поэтому, да, в сладком я как бы тяжело. А, Юль, что у вас самое любимое и нелюбимое в теннисе? Любимое? Ну, мне нравится матчи, конечно, играть мне, ну, как-то это уже стиль жизни, там матчи эти, перелеты, гостиницы, но на самом деле я ненавижу летать. То есть вот для меня перелет это прям такой стресс, я ненавижу это, я все время как-то... Я очень боюсь летать, в общем. Боже, как вы живете тогда? Я все время сажусь в самолет там и думаю, ну все, прилетели. А как вы боретесь с этой аэрофобией? Да никак. Спать? Быстро уснуть в самолете? Я вообще не могу спать в самолете. Я просыпаюсь от любого качка, от любого ветра, от любого всего. И да, я когда летаю, я скачиваю себе всякие статьи, что это безопасно, и перед взлётом начинаю это все читать. Вот, начинаю все это читать, как-то себя успокаивать. Вот, но когда, в принципе, самолет уже там поднимается, он на какой-то определенной высоте, то я уже как бы, ну, нормально. Вот, для меня самое такое неприятное — это взлет, там, посадка, такие турбулентности. Вот. Успокоительное пьете, вот спрашивают как раз. Нет, вообще ничего не пью. Ну, мне кажется, еще спортсменам надо аккуратнее очень с тем, чтобы, что можно пить, что нельзя. Ну да, чтобы еще не проверили потом. Ну да, 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 есть такое. Давление на корте больше от зрителей или от соперников? Какое, смотря, давление, если соперник стреляет там по всем углам, конечно, от соперника там такое давление. Вот, ну... Нет у меня такого, что там от соперника, от... нет, никогда на это даже не думала. Спрашиваю, с кем вы любите тренироваться на турнире? С кем я люблю? Мне нравится тренироваться со многими девочками. С Соней Кенин, с Айлой Тамьянович, с Гавриловой до того, как у нее случилась травма, мы часто тренировались, мне с ней нравится тренироваться. Вот, ну, я со многими тренируюсь, с девочками, и, в принципе, такого прям любимого нету, просто есть с теми, с кем ты чаще всего договариваешься, потому что вы больше всего общаетесь, и, ну, так вот получается. Вот как раз спрашивают, с Кенин вы давно знакомы? Я ее знала еще года 4, наверное, назад, примерно 4-5, вот, и мы вот тогда она... Ну, мы просто все живем во Флориде, ну, мы тренируемся тут, и, ну, вот я о ней так и узнала, и мы тут тренировались, ну, мы тут часто тренируемся сейчас. А почему во Флориде, вот скажите? Потому что здесь погодные условия позволяют, ну, находиться на улице, постоянно тренироваться, что для профессиональных спортсменов очень, как бы, важно, потому что, ну, 90% турнира проводится на улице. Вот, и здесь все условия для того, чтобы, ну, набирать хорошую физику, потому что здесь жарко, постоянно играть с ветром, то есть здесь много плюсов в тренировочном процессе. Что вам помогает заряжаться?
Не знаю. Вроде ничего. Само собой как-то. Что такого в Кенин, что она выиграла большой шлем? Удобна ли она для вас? Я, если честно, не знаю, что в ней такого. Как бы, ну, тяжело сказать, но она как бы сыграла хорошо, хоть я там не особо следила за происходящим в женской сетке. Но если она выиграла, значит, она заслужила это. А для меня, в принципе, да, она нельзя сказать, что она мне неудобна. Вот алматинец один просит вас назвать лучший город на земле. Лучший город на земле. Он, наверное, ждет, что вы Алмата скажете. Алмата. Алмата, кстати, очень классно, да. Мне там понравилось. Там так красиво, горы и еда очень вкусная. В Казахстане везде вкусно. Вот. Но лучший город как бы назвать так тяжело, потому что очень-очень много городов, где я была, и очень красиво, и выбрать из них только один, это, ну, как бы невозможно. Спрашивают, Юль, про энергетики, вот, оказывается, это про поводу заряжаться. Пьете вы энергетики во время матчей? Какие-то, может быть, посоветуете? Ну, пью там какие-то, как все, там, какие-то изотоники, электролиты, чтобы, не было судорогов, там, вода с солью. Вот, в основном эти напитки, а остальное как бы Гитарейд на матчах. Вот, иногда колу пью. Вот, но я не думаю, что они прям что-то прям заряжают, но больше, чтобы какие-то витамины восполнять в организме, когда тяжелый там или долгий матч. Общаетесь ли с Машей Шараповой, спрашивают? Нет, ну, по-моему, вы уже про это говорили, по-моему. Я с ней разговаривала один-два раза, но не общалась с ней. Ну, так прям. Есть ли у вас глобальные задачи на карьеру? Или какая-то профессиональная мечта, может быть? Есть, конечно, но я как бы не хочу об этом говорить. Но мы вам будем желать, чтобы они у вас обязательно исполнились. Спасибо. Нужно ли вам какое-то особое восстановление после вот тяжелых матчей? Ну, нет, растяжка, массаж, как бы, смотря какой матч. Вот, хорошо поесть, но ничего такого. А спрашиваю, знаете ли вы каких-то еще казахстанских спортсменов, помимо тенниса? Если честно, сейчас на ум не приходит, наверное, нет. Ага, про Майка Тайсона вот спрашиваю. Знаете ли, слышали вы, что он хочет вернуться на ринг? И после того раза тренировались еще с его дочкой. История с Майком Тайсоном. Я слышала про это, но я не знаю, если он на самом деле хочет вернуться или нет. С его дочкой мы больше не тренировались. Мы как бы, ну, я полетела в Австралию, как бы она живет в Америке, и у нас не было как бы возможности еще раз поиграть. Вот. Юль, такой вопрос. Все-таки это женский теннис, и вот девочки, насколько важно выглядеть красиво для вас на корте, или вам просто важно быть, чтобы вам было удобно? То есть такой вот, ну, как вот мы уже говорили, да, про Курникову, и вот это у нее же свой такой стиль, можно сказать, в женском теннисе. Привлечь к себе внимание, или вы вот на это не заморачиваетесь? На корте на этом не заморачиваюсь вообще. Ну, перед кортом вы же там выбираете себе форму, что-то. Ну, я играю в основном в том, в чем удобно, если честно. Удобно в шортах, надеваю шорты. И все как бы нормально. Ничего такого. Нет, абсолютно. Как бы стараюсь просто выбрать, в чем больше удобно играть. Там кепка, чтобы не слетала, там. Ну, козырьки не люблю, потому что голову напекает. Вот, поэтому в чем удобно, то и пытаюсь как бы надеть. А где вас можно встретить в обычной жизни? В сушах. Грейси. Ну, как, я часто в суши хожу, да. Ну, также, ну, на пляже там я бываю, да. Где еще, я даже не знаю, там, на корте. Но где-нибудь в городе, я, ну, как бы смотря кто где находится, но
если у меня выходной есть такая возможность, то я иду там в центр, гуляю, там тоже кушаю. Так, ну а в караоке-то выходите? Мы же все видели ваши песни. Караоке у меня в домашних условиях, да, я тут часто запеваю, вроде пока никто на меня ничего не жаловался, хорошая, видимо, шумоизоляция у всех. Вот. Но в караоке, чтобы пойти куда-то, я на самом деле еще пока не ходила. А кого поете в караоке? Ну, в смысле, репертуар чей? Если честно, вообще разные под настроение, то есть вот в один день там могу спеть там, я не знаю, какого-нибудь Тимберлейка, в другой день там из Андрея Губина, там Энрике Иглесиаса, то есть, в принципе, всех. Но вы девочек не поете? Ну, девочек тоже поют. Ну, Аллегрову все поют, ну ладно. Ну, Аллегрову, я, если честно, ну, мало знаю русских песен, но я, конечно, ну, пою там все. Это Тайлор Свифт мне очень нравится. И, ну, как бы все зависит от настроения. А перед матчем какую-то музыку слушаете? Перед матчем, если слушаю, то какие-нибудь Red Hot Chili Peppers мне очень нравятся, или Nirvana, Eminem, и, ну, что-нибудь такое бодрящее, скажем так. Чтобы в тонусе, да, как бы себя зарядить. Да-да-да. Да-да. А спрашивают про ваши спецнамотки. Если честно, я даже не особо понимаю, про что это. Видимо, на ракетку, да, может быть? Или... Да, у меня базовая намотка. То есть я не наматываю даже намотку. У меня стандартная. С кем бы хотели сыграть пару? С кем бы хотела сыграть? Ну, с сиреной, наверное. Неплохо там стоять у сетки, когда кто-то 200 подает. С ней можно было бы тоже поделить зоны. Да-да-да, с ней бы вообще можно ничего было бы не делить, просто там стоять и ждать, пока игру туда переведут. Ну, она бы брала мощью, а вы бы техникой, почему? Да-да, так и есть там. Вот смотрите, интересный вопрос пришел. Как относитесь к тому, что на вас делают ставки? Проигрывают и пишут ли вам в личку? О, бывает, да. Такой спортсмен, да? Есть у меня такие неадекваты, частенько ко мне заглядывают со всякими глупыми угрозами там просто, да, это на самом деле, ну, как-то жалко этих людей с какой-то стороны, причем заходишь к ним на страницу, у них там семья, дети, они тебе только что писали там, чтоб ты сдохла, тварь. Ужасно. Такие вещи, да. Я там думаю, нифига себе, у человека там вроде все хорошо, семья, дети там, ну, все нормально, жив, как бы здоров. И тут такое, как бы, и потом мне могут там написать, я на тебя там 300 рублей. Да. Не хотелось вернуть 300 рублей никому? Нет, не очень. Ну, таким как бы, да, ну, просто странно, когда такие вещи там пишут незнакомые люди. Ну, просто блокирую и дальше живу. А вот спрашивают, вы общаетесь вообще со своими подписчиками? Очень редко, на самом деле. Очень редко общаюсь. Ну, потому что я, на самом деле, выкладываю что-то и иду на тренировку, уже про это все забываю, поэтому я не так часто провожу времени в Инстаграме, я больше сейчас провожу время на каких-то ТикТоках, которые там залипаешь на пару часов и листаешь эти видео. Вот. Ну, это вы просто смотрите или вы выкладываете в ТикТок что-то? Я делала пару ТикТоков, но я их не выкладывала, если честно, потому что, ну, как-то не хочется. А вы Инстаграм сама ведете или кто-то ведет вам? У меня агент, девушка тоже мне помогает с Инстаграмом. Но чаще во время турниров она все как бы делает.
ты там, тренировались вы когда-нибудь с первыми ракетками мира? Ну, с сиреной, да, тренировалась. А, вы еще и тренировались с ней? Да. Это помогло вам ее какие-то слабые стороны? На самом деле мы после этого с ней не играли. Как бы я с ней тренировалась 2 года назад, полтора года назад на предсезонке. Вот она меня пригласила к себе, мы как бы сделали одну совместную тренировку. Ну, как бы было очень здорово. Хотели бы вы сами стать теннисисткой? Ну, в принципе, Юля отвечала уже на этот вопрос примерно, да? Но был ли у вас еще какой-нибудь вариант? Может быть, так ответим на этот вопрос? Или если не теннис, то где вы были бы? Где бы это так тяжело сказать, если бы не теннис, то где? Не факт, что у меня бы что-то получилось, кроме тенниса, как бы никогда не знаешь. Вот, ну, конечно, есть там какие-то детские тоже мечты, там, стать актрисой, сыграть там в каком-то крутом сериале или в крутом фильме, там, с крутыми актерами, вот, но вряд ли бы у меня это получилось, вот, поэтому останемся в теннисе. Интересный вопрос, выигрывали ли вы когда-нибудь машины, или они там просто стоят? Нет, машину я не выигрывала, ну, пока что, по крайней мере, к сожалению. Замечаете ли вы поддержку казахстанцев не на матчах Fed Cup? Да, бывало, конечно, что когда играешь, особенно в Европе, очень часто как бы приходят, болеют, вот, и как бы здорово, что есть у них такая возможность прийти на теннис. И, кстати, я всегда вот говорила, что если из Казахстана кто-то напишет там на каком-то турнире в директ, то у меня там, я могу предоставить билеты, если будет такая, ну, возможность, будут какие-то центральные матчи, то всегда без проблем можете обращаться и писать. Вот как раз писали уже в комментариях, что вы кому-то давали билеты. Да, я там, ну, Булдоне давала билеты на матч с Осакой. С Ломакиным не играла в микст? Нет. Что он так интересно. Юль, а вот смотрите, вот если говорить о болельщиках казахстанских, ну вот вас они поддерживают, понятно, соперников же раздражают, и вот у вас ведь тоже такие бывают, наверное, болельщики соперника вообще вас могут вывести из себя? Ну, бывает, особенно если играешь во Франции с французами, это вообще катастрофа в какой-то степени. Ну, там просто болельщики, они немного как бы, ну, немного, они просто ведут себя очень часто несправедливо и начинают очень прям, как это сказать, грубо болеть за своего, как бы, за своего игрока, там могут начать кричать и хлопать на двойные, что, ну, как бы, вне матчах Fed Cup это считается, как бы, ну, не, некрасивый тон, скажем так. Вот, а в целом, как бы, ну, как бы, все болеют, конечно, за своего, там, если ты играешь, там, против, я не знаю, там, немцев, ну, конечно, немцы будут за своего болеть, там, русские, там, тоже, и украинцы, там, и, ну, каждый болеет за своего, там, понятно, что поддерживают. А если вот они ходить начинают во время розыгрыша или еще что-то такое? Ну, если раздражает это, вас? Да, если это сзади трибуны, то это раздражает, если это по бокам, то это, в принципе, не так заметно, поэтому... Ну, все время говорят, чтобы люди, которые сидят, ну, сзади корта, чтобы они, как бы, ну, по возможности немного ходили, а сидели. Любимое место в Казахстане, где вы успели побывать, спрашивают? Я, на самом деле, мало где была в Казахстане. Я в основном, если туда прилетала, я сразу, как бы, иду на тренировку, с тренировки отдыхаю, опять на тренировку, опять там... покушать и спать, то есть у меня даже не было так особо времени куда-то там ходить. И... Ну, столицу-то, наверное, успели за эти годы посмотреть? Да, столицу мне очень нравится, и в Алматы мне очень нравится, вот, но прям в каких-то местах, там, в музеях или в горах я, если честно, не была. В Алматы, в горах? Да, в Алматы, ну... Какой вид спорта вам нравится, помимо тенниса? Мне нравится футбол, фигурное катание, хоккей, конечно же. Вот, и
гимнастика мне нравится очень спортивная и художественная. То есть, ну, по возможности, если по телевизору идет, я иногда смотрю. А самый запомнившийся случай из тенниса есть у вас? Самый запомнившийся... Ну, если честно, нет. Ну, как бы, есть моменты, которые ты просто запоминаешь, там, какие-то победы очень приятные, какие-то, ну, поражения, то есть, ну, а так отметить какой-то вот один случай, нет, нет такого. А хоккей, вот, коль уж им занимался ваш брат, или он занимается еще? Не, он уже закончил. А вы прям за кого-то конкретно болеете, или это просто вот, ну, в охотку посмотреть можно? Нет, никого за конкретно я ни за кого прям не болею, но мне нравится как бы смотреть, вот даже во Флориде, когда у нас предсезонка, мы часто с тренерами, со всеми собираемся там в субботу и идем на хоккей, там, посмотреть какой-нибудь матч, там, ну, это мне интересно, там, такое, у них все так быстро происходит, так. Ну, как-то сменить обстановку и что-то новое для себя. Ну, как бы здорово для меня там. Ну, на матч НХЛ вы ходите, получается. Да. Да. А вот спрашивают, в Америке вы не были на бою Геннадия Головкина? Нет, к сожалению, не было. Я бы хотела бы сходить на бокс, если честно. Но как-то не было ни возможности, ни времени так такового. А про Геннадия вообще вот слышали в Америке? Ну, конечно, это же самый... Просто самый, вы его самый. Не назвали, когда вас про спортсменов спрашивала. Но я думала, вы имеете в виду лично. А. Не, лично я вообще не знакома. Не, ну, конечно, я знаю, но лично я, конечно, не знакома с ним. Вот. Поэтому я думала, про это спросили. Вот. Но, конечно, бы хотелось бы при возможности там посетить какой-нибудь бой. Я думаю, это прикольно.